Коммунальщики обнаружили порёж из тепловых камер во время планового обхода сетей. Стали искать источник. Сначала провели раскопки в одном месте, но после поняли – труба прохудилась на несколько метров ниже. Сейчас течь нашли и вот-вот устранят. Тем временем водителей просят быть осторожнее на этом участке дороги, особенно в темное время суток. На данном участке был обнаружен дефект на магистральной линии небольшой, связанный с капельным проливом. Завтра этот дефект будет устранен, и дорога будет открыта для жителей. Также хочу сказать, что жители не почувствуют данного отключения. Это отключение не зависит на качество теплоснабжения, которое мы оказываем людям. Проще говоря, отопление ни в одном из домов не отключили. После устранения дефекта территорию, пострадавшую от ремонта, приведут в порядок.